И всем привет, дорогие друзья, и сегодня мы продолжим играть на карте Payday в Майнкрафте. И сегодня, как всегда, буду играть вместе с Владом. Влад. Всем привет! И знаете, что мы решили? Мы решили то, что мы в этой серии по-быстренькому закупимся за все наши ресурсы и пойдем, собственно, на последний уровень, да. Ну, потому что, как бы, эта карта очень большая, там все уровни, ну, тоже как Payday, то есть можно любой уровень выбирать, так что мы хотим сразу же на большой перейти уровень. И давай сейчас возьмем чисто там все алмазы, вот золото, я думаю, там нам столько не пригодится, сколько тут. Я всех случаев возьми. А что, может, ну, у меня раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Короче, дофига. Так. Ты взял? Да. Ой, вот, у меня 36 алмазов, их кто-то может потом будет переделать блоки? Ну, если там будет уж так стоять, то да. А, так вот он стоит, может я прямо сейчас переделаю? Давай. Сейбер, ну это фигня. А вот, я куплю себе за 2 алмазных блока. Тебе купить оружие на Power 4, Punch 2. Это лучшее, ну, которое тут есть. Так, давай, на тебе, вот это мне. Упс, я кое-что забыл сделать. Вот, подбери там. Да, сейчас, слушай, я просто забыл текстурпак поставить. Чей текстурпак? Так, и еще можно было, конечно, купить. А, еще я куплю, короче, офигенное нам оружие. На. Я тебе кину. Вау. А у тебя есть хоть? Да. Что-то? А, ну, все то же самое. Бикойл вначале. Бикойл. Тянь-тянь-тянь-тянь-тянь. Я думаю, там я повылетаю потом. Так все равно интересные моменты будут. Так, мы берем, ни в чем будем считать, сразу же пойдем вот так вот. Ух ты. Так. По дорожке летим. На-н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 а
Дерево лаборатория. Да, зайти. Смотри, что это такое? Что? А вон домик. Да, да, я туда бегу. Мы видим домик. Кстати, короче, это все сделано. Мальчик, какие горы? Тян. Постелся. Так, спокойно, не переживай, все хорошо. Ой-ой-ой! Не получилось, постелся! Стел, бах! Извиняюсь. Все! Нас запалили. Так, что делать? Enter house, что написано? Так, зайдите в дом и найдите. Найдите и используйте ПК-терминал. ПК-терминал, где он? Чего нет? Подожди, там отстательный знак. Это что? Не знаю, там ничего нет, ПК-терминал. А вот нашел! Лэбдор нашел. Я видел ЖК. А, ты лэбдор нашел. Ага, вижу. Побежали. Прыгаем. И. Оп. Энд. Фух, быстро. Быстро миссия. Зачистили. Ага. Просто. Так. Там ничего даже не дали. Ага. Ну, кстати. Ну, мы, видимо, там по факту прошли, короче. Так, ФБАй, давай. О, часы будет жарко. Так, это мы забираем. Что мне можно купить? Вон вот яблочки. О! С пузырьки опыта за один год до блок. Ну а потом это надо. Да не, это все долго. Это чтобы зачаровать предметы какие-то. Вон. Так, я куда-то падаю. Так. Ты у меня в блоке, Влад. Ты тоже в блоке. А все, вот подпрыгнул. Пофиг же. Ты по стелсу действуешь, видишь, по. Так, короче, найдите и откройте сервер рум. Кстати, похожий город, помнишь, мы таком уже были, там где отель такой еще. Сервер рум, где это? Это оно? ФБАй. Жека, это же это участок ФБАй, капшол. Крючак. Security камера power. Все, я выключил. Бульдозер будет через 2 минуты. Жека, сервер рул! Нашел. Так, открывай. Так, какой-то банкомат или что? Open gate. Так, взрывай! Что это? А, это мы. Влад, ты помнишь, когда там этот, ну типа там обезрежет всякую фигню? Да. Нужно убегать теперь, убегаем. Так быстро? Оп. Get back to van. Где такой van какой-то? Это ванна? Нет? Ванна, какая ванна, Вен? Что такое Вен? А, мини-вен, типа того. Пойдем. А, стоп, подожди, смотри, что это такое? А, это маски. Подойдите их. Так, а где я? Вон ты, давай. Я нет. А, это типа кто разыскивается, видел? А, still server and return to van from skin. Да-да-да, я выбежал. Бульдозер, помогай, help, хп. Иди, сзади. Это не наш бульдозер. Не наш Вен. Не Вен. Вон он, вот. Это чисто та же карта, которая в игре. Ай, да пофиг! Все, эскейп. Быстрей! Эскейп! Фух! О! Какие быстрые миссии. Стой, не прикольно. Это был не стелс. Ну тут стелс никогда не получится. Так, все. Так, стоп, мне нужно порегениться, ну пофиг, ладно, пойдем. Решающая комната. О, она что-то будет классная. Ага, чест, мас бмти. А тут никакой. Не надо ресурс. Ага, вон, надо. Лично? Так, Лас-Вегас. Угу. А что так? Луки как луки.
Слышь, че типа, он не поставился? А посмотри ресурс пак, ты правильно поставил? Лас Вегас, да? Он меня убрался почему-то. Поставь его еще раз. А ты дан нажал? Ты просто степ. Ты просто, наверное, степ нашел. Нет, нажал дан. Да. Не отвечает. А зачем дали вот этот сервер? Чем он нужен, интересно? Красоты. Ой. Все, ну это лук как лук. Ой! Это где мы? Ой, я хочу здесь шляпочку. Зелье. О, это обмундирование. Бери все. Я не одной шляпочки. А, вот есть. Все. Отлично. О, у меня шляпочки. Все, дать? На. Земле ходишь. На. Ты мне тоже земле ходишь. Хорошо, не вступай, все хорошо. Так, это мы где нахуй? Это мы в самолете, Влад, наверное. О, так, Лаур. Это вот эта миссия я не помню. О, ты видишь? О. Нифига, а у тебя тоже тогда все такое решил? Надо пультируемся же! Напрягать! А! Нет! Нифига себе! А у тебя тоже, да, все там как. Ну, респак выглядит по-другому, да? Не как в обычной. В обычной? Как обычной, вообще прям как. Я же не поставил респак. Ну ладно, пофиг, зато зрители хоть эти, тут просто офигенно. Так, давай посмотрим. Так, найдите вход в казино и встретите там каким-то на клубе каком-то. Так, нам нужен ключ. О, Влад, ты смотри! Куда? Офигеть, ты смотри! А, куда? У тебя не двигается, ну, наверное. Ну просто посмотри вот на любой этот, подойди и посмотри на него. Ну это у тебя там что-то крутое, а у меня обычный раздач. Офигеть! Офигеть тут, ну ладно. Шаха, включи свой экран, я буду наблюдать. Подожди, я погнали, погнали! Погнали, е. Я так не могу. Е. Стань, подожди. Е. Нифига, тут все мигает, так охренеть. Поставьте, пожалуйста. Майнкрафт, ты же добрый. Это говно. Это же, блин. Влад, ну пофиг, пожалуйста, вот на видео. Влад, на видео потом посмотри, хорошо? Так, куда бежать? Так, я помню, на верхний этаж, это карта была. А, да, ты помнишь, что до мишки грабить. Ну, так, по-моему, везде так называется. По-моему, нет. О, нифига, другая нет. Музыка. Да, другая музыка. Не, вот она меняется, заканчивается одна, получается другая. А, вот же диджей, нет? Hello, диджей. Да, вот диджей. А, тихо, стой, нам уже что-то купить. А, во. Здесь алмазов нужно. Где здесь алмазов? Лайс. Нашел! Став онли, так заходим. Походим, пацаны, я свой. Чё нет? А? Мы сейчас в казино находимся? А ты ещё где? Я на первом этаже. Получите карточку ключ и открыть Vault. Менеджер с офис нашёл. Какой ты? Менеджер? Ага, чё это? Вот! Vault Elevator кирка. Кикарт. Кирка. Кикарт. Короче, карточку я нашел. А, Жак, знаешь, где я сдох? А? Нашел! Open door. Так. Заходим. Открыл? Vault Elevator, да. Опа! Подожди. Пропало, все, давай. Погнали. Итак, Vault floor. Опа. Теперь open doors. Все, погнали. Опа! Совместно! Так, вот он, да. Вот так, теперь давайте, ага, папи-мен какой-то мы. Папи-мен? Мы сейчас к кому-то папи-мену пойдем. Прижак, открылась! Гараж! Ой! Вау! Деньги, набирай, нажимай на них и забирай. Какие деньги? Тут только дерево есть, это деньги наши? А вон алмазики! Миллион долларов США! Да это не то, Влад. Алмазы будут ха. Вот же деньги. Деньги, дерево, блин, деньги. А, ну это у тебя деньги. А, нужно собирать их. Retrying. Ага. Есть, 16 мани дали. Круто. Собирай. Украдем все, деньги. Жек, тебе дали 16 денег? Вот, в смысле. Я думаю, чужак с ума что ли сошел, прокинь деньги, ты говоришь. Вот, тут капец, тут так прикольно, я, короче, собираю, мне деньги прям, это как в этом прям. А я думал, Жек, что спятил, что ли, какие деньги? Вроде не полежит. Ну сам ты спятил. Ничего понять не могу. Ты тоже собираешь один, да, у тебя посоро? Да, деньги мне дают. Только деньги не похожи, это как бананашки.
Весело. Ну ладно. А что, блин, все прям, да? Ну, походу, да. По-моему, там видишь, как бы скрытный знак. Окей. Так. Place money. О, все, мы разместили. Воу, нифига тут деньги, денег сколько. Мне нужно больше денег. У тебя это дерево, да? Так, что у нас там дальше? Чем нам дерево, что какие-то. Короче, нам нужно теперь отсюда уехать на синем минивэне. Да. На другой стороне, да-да-да, на другой стороне дороги. Ай, бульдозер! Помогай. Нифига, 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 тихо. Что так многовато? Одевай зелье силы. Одевай, одену. Одевай зелье силы. Выпивай вообще. О, нифига, тут все мигает. Это, мигалки у этих, у полицаев мигают. Мигалки. А где наш минивэн? Минивэн. Его украли. А вот я нашел. Ты понимаешь? Так нет, я добегу. На другой стороне дороги. А где? А, вижу. Пар-пам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 . Мы добежали и... Все, энд хайст. Ой. Please change resource pack and game. Ага, поставлю. Пожалуйста, какой-нибудь опоставился. Ну, вот тут реально столько всего поменяли, капец, в этом ресурспаке, вот который сейчас был поставлен. Понял, он не поставился на зло мне. Так, это не отвечает. Ресурспак говно. А куда тогда зайти? А, find and enter, нужно в каком-то отеле, 39-ю комнату зайти. Это ты? Посмотрите в окно, нам сказали. Посмотрите в окно. Можем в окно. Бери лук. Так, вы можете видеть что-то. Can you see track? Стой, via the stairs. Good vantage point. Press to zoom. Нажал. О, приближается. Вау. Вам нужно-то? Так, стоп. Press to zoom for 10 seconds. А, что-то, короче, там нам говорят. Что мы сейчас? Нам сейчас кого-то надо будет стрелять, снайпер. Ага, это как это, Call of Duty. Там нужно в конце кого-то снайперки убить. Так, приближаем. Ты не приблизил. Ладно. Блин, Джоко, дай. Опять мне. Стоп, я ничего не могу двигаться. Вот я не могу двигаться. Прыгай, прыгай. Ой, да. Драк. Блин, Джек, пацаны. Прыгай. Подожди, стой. Я зум сделаю. Опа, все, зум. Хоби, бай, ты. А, типа он уже вот до конца прошел, да? Мы должны его охранять, походу. Джек, подожди, мы его охраняем. Да, разве? Да, стрелюсь, видишь, он типа прячется. И... А вот, да, Джек, видишь, он прямо сам кто появился. Давай, шут хим, я убил. Отлично, вот, все. И? Ну? Чувак, о, отлично. Пам-пам-пам. Том читер, а как может ходить, а? Так, и надо гард. Какой-то должен быть. Назы, какие-то охранники. Энгл, то сихим. Энгл, то сихим. Нужно что-то энгл. Нужно что-то сделать, чтобы увидеть его. А можно подвинуться? Можно где-то там. Убью. На. Я что-то попасть. Никого ж нету. На. А вот там он. Я что-то не могу попасть. А все, покажу. Так. Он идет? Ага, найс, Трутина. Вау, прикольно. Куда вообще как так сделали? Я что-то не могу понять. Так, как он ходит, я вот это не могу понять. Вот я говорю, что? Там что, какие-то раздатчики или что? Как он, да? Окей. Планетин экспорт. Я вас понял. Короче, сейчас, короче, они взорвут что-то. Это будет бум-бум. Три, два, один. О! А типа, о! Губки. Какие губки? Вон губки возле фургона. Какие губки? Обычные губки возле фургона. Ну, короче, не комментируй свои действия, а то мне что-то страшно создать. Так, пойдем дальше. Жаки плохо стало. Сейчас будет бум-бум. Что лагает? И... Бам! Find the hole! Это наш фургон с деньгами, Жека! Да? Наш? Нет, он родственники, фу, не наш. Окей. Блин, опять это мигалки. А вот, метро, это, ты ж метро? Похоже на метро, да. Выше метро. А вот call elevator. Так, level down. Level ground. Привет. Level 1. Level ground. Вот. Первый подъем. Да. Во, видишь, это метро. Ну это метро, да. А ниже, по-моему, какой-то туннель был. Ну какие-то газеты валяются. Какие газеты? Это рельсы. Чувак, ты еще? Вот я не понял. Ой, тебе стой. Да жалко, блин, вообще. С ума сошел, ребят. Так, подожди, что нам нужно? Давай, что-то, блин, это газеты, вау. Подожди.
И нужно зайти в какой-то туннель. Где туннель? Ну, вот какой туннель. Прикольно, кассета вылез. Так, туннель. Во, как тут круто! Что круто? Один, как цифры, один, два, типа какие-то... О, у меня цифры показывают, ну хоть что-то радует. О, куда монитор, там какие-то, там что-то, какое-то расписание какое-то. Какой монитор, блин? Два дерева. Ладно, пожалуйста. О! Фантазируй, что-то, о, монитор. А это, Жека, это елочка, да? Просто, ну вот, кстати, не нервничай, что-то пак... Так. Так. Туннел, maintenance, assist. Вау, какие-то... Провод ключа или что это? Ай, боже. А, это провода. Пойдем. Что за Китай? Да, ну Влад, подозрительно смотрят. Так, сил, ага, укрытие, деньги, ага, then meet Bane, ага, нужно потом встретить Бейна на третьей платформе. Так, вау. Так, что нам нужно сделать? Да-да, фургон, это мы, это а, то, что мы подорвали. Взорвали, да? Да-да-да. Вау. А, деньги мы должны прям... Мы должны свои Шака, же деньги украсть. Деньги на земле валяются. Мы должны свои же деньги украсть, ну ок. Чё у тебя под ногами? Шерсть. Посмотрите, платформа. Ну и что? О, поезд приехал. Ну, поехали. А, стоп, это кто? Это цивилиан. Где Бэйн? Стоп, нет, где-то Бэйн должен быть здесь. А вот, вот, смотри. Походим сюда. Финиш. Вот, смотри в окно, мы едем. Офигеть! Да мы не едем? Офигеть, мы едем! Да мы заглохли! Стой, подожди, мы едем! Офигеть! Да, мы едем, Джек, чё у тебя вообще? У меня... Офигеть, Влад! Джек! Влад, узнай, пожалуйста. Где Бэйн? Нам, короче, назвать и Бэйна. Блин, ты хотя бы офигеть, Влад, мы едем, офигеть! У меня аж голова кружится. Аж голова кружится. Мы в разных мирах находимся. Офигеть, это даже... Помнишь, если бы не Зеграда, мы тоже типа ездили? Там тут, да, там хоть и кто-то ресурс-пак нормальный. Ну, это, а тут вообще, а тут еще лучше. Куда прям звуки какие-то... Звуки. Какая-то вагонетка, как одеться за звуки. Слегчался с головой. О, Бэйн, здорово. Эскейп. The end. Вау. Вау. Тихо, тихо, ну не надо, блин, убивать. Сам меня начал убить. Ага, я тебя начал убить, конечно. Вау. Эндгейм. Прямо как начинали. Ой, о, смотри. Thanks for playing. Так, нажимаем кнопочку. О! Влад. Все, покати. О, так, сейфхаус нужно поставить. Не, я не буду ставить сейфхаус. Там нет зачем встать, нифига не работает. Что ж, ладно, если вам понравилось, то ставьте обязательно лайк, комментируйте, вступайте в группу, подписывайтесь. С вами был Жек. И Влад. Ну, дико лагает, и всем удачи, и всем пока.